Скорость 70, воздушная, 29 путевая. Хорошо наблюдал, не волнуйся, не паникуй. Ну тогда говори просто, иду навстречу тебе. Высота 130, удаление 1500. Иду ровно по курсу глиссады. Но уже наблюдаю облачка. Фронтом, я думаю, над фронтом пройти, а потом снизиться. Понял тебя, так у тебя какая высота? Олег, я не слышу, у тебя щелчки какие-то идут. Высота какая у тебя? 840. А удаление? 6. Понял тебя. Удаление 300, высота 200. Продолжаем набор. Удаление 5, высота 800, снижаюсь чуть-чуть. Я по границе фронта иду на снижение. Удаление, высота 5, высота... Ой, удаление 5, высота 601, пробил. Вот появляются дырки в облаках. У тебя высота-то какая? Высота разошлись, все? Высота 750, удаление 4800. Да, все, разошлись, понял. Слушай, ну смотри, значит, ворот к дому на девятке. Кто-то сел. Я только что оттуда, дружище. Я на моторы свои смотрю и облака. Скорость 45 GPS-ная была. 57-59 выравнивается. Удаление 3700, высота 300. Понял тебя. Продолжай. Иметь образование на высоте 280 кучками такими. Принято. Полосы не видно, вообще сплошная серая дымка. Я скажу, даже поле не видно. Подтверждаю. Бинарий 1200, удаление 7, высота 700, снижение. Облачности лечил, такую красоту наблюдаю, просто не поверите. Все, я межоблачности захожу. Вижу поле. Удаление 1500, высота 160. Ты с посадкой? Посадка. Понял тебя. Я сейчас пока лечу, наслаждаюсь междуоблачностью. Блин, как вообще, Вадим, тут какая-то межоблачность, офигеть. Потом покажу. И скорее всего сейчас буду кругами снижаться, чтобы потом нормально зайти, чтобы не пикировать. Тебе на этом мне стоило покружить, чтобы потом батарейку не разряжать, еще потратить.
удаление 5400. Ну, а снижаюсь. Снижаюсь 4,5-5 метров в секунду. Вхожу в круг. Скорость 100. Помнишь, когда-то мы такую погоду ловили? Ну, да, помню. А тут Владимир, с боковым снижением идет. Проход остался. Это снижение произвел. Красиво. Развернуть тебя? Да не, у меня ловит. Снизился до высоты 270 на прямой к посадке приборно. Потеплее, Вадим, опять тепла. Понял тебя на посадку, я на 470, высота 200, приборно к дому, ничего не видно. У меня 80 идет, вот у меня что туда 80, 83 было по ветру, что назад 80, 84, 85 против ветра. GPS только меняется туда 90, назад 64, 65. Фары включены, удаление 1800, высота 100. Вообще не езжу, иду за планкой, куда она, туда и я.